Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Oxenfree. Мы в этой серии, я надеюсь, все-таки дойдем до нашего друга, которого, опять-таки, я уже повторюсь, которую серию подряд, наверное, не удастся спасти. Я плохой друг. Я ужасный друг. Ладненько. Что это? Палатка. Не забрав ее. Но как будто да, она здесь стоит уже очень-очень долгое время. Надо. Если бы тут не происходило всякая хрень, тут было бы просто восхитительно. What the fuck? Do you ever get déjà vu? I feel like... Like, didn't we just walk through here? Huh. That's funny, I don't think we have. I only mention it because my family trips... Твою мать! Интересно, если пойти обратно... А я могу? Слушай, вот я... Fuck the system! Серьезно, fuck the system! Вот я просто возьму и поплыву, поеду к мосту. Понятно. Понятно. Тут костер уже горит. Переносим только мы. У нас радио. Я могу сделать... Странная перспектива, но ладно, что костер немножечко сдвинут. У нас радио. Мне что-то подскажет, что именно в радио дело. Как-то радио помогает или переносит нас. Так, снова. Понятно. Короче, возле костра надо радио воспользоваться. О том, чем я говорил, собственно говоря. Сейчас, давай. Оу. А вот это нехорошо, слушай, кость. Это мяч, а не кость. Что-то новенькое, да. Weird. I had the exact same kind when I was a kid. Yeah. Why would a toy company make two, right? Eh. Oh, shut up. What the f- Меня это начинает немножечко напрягать. Понятно, тут ничего не изменилось. Пнуть мяч можно. Take that, ball. What? Who's there? So it's just I'm taking a picture of the ball moving, not your kicking, just so you know. Да, это. Апорт, как собачки. Окей. Okay, I'd like to know where this is going. Окей. All right, let's not make it weird now, radio people. I think they have a sense of humor. Они не дали в этот раз пнуть, они сами мячик забрали. What the fuck? Oh my god. Alex, can you believe? Это безумие! Это реально безумие. Какая-то хрень какая-то происходит. Может, не надо, а? Снова время вспять. What the... Джонас? Что? Jonas, where are you? Что за... Почему? Я могу... Я чуть не ушел туда. Куда делся, мать вашу, Джонас? Ребят... С Джонасом я хоть и не таким покинутым себя чувствовал. Что за фигня? Ничего нету. Джонас! Зачем нас бросил? Что? Озеро. Что озеро? Что? Стоп, что тут происходит? Ну как я?
Что написано? Я не вижу, что написано. Майкл мертв. Это как с матерью, да, было? Shit! Ah, really? Again? It's all right. We must have just missed something. It was weird. You were gone for a minute. I did the repeat thing again, and my reflection talked to me. Talked to you? What did it say? Or was it like anything you could even? It said that I should tell Michael to stay with Clarissa, which is, of course, totally useless advice for a doppelganger, since Michael's still totally dead. You know, at some point, this is all going to make sense. I just hope it happens before we leave. Магнитофон. Давайте восстановим. It's just like the armoire in the cave. Super-duper old, but in, like, new condition. It's one of those... Ход событий. You know, I didn't realize I felt like a pressure... in my head until right now. Maybe doing that fixed the loop. Да не, уже все. Really? It is? I think. Let's just keep going and get Ren. Ну, все, перемотка кончилась. Окей, нам сказали такую фразу, что Майкл, ее погибший брат, собственно, нашей главной героини, должен остаться с Кларисой. Майкл мертв. Если он остается с Кларисой, то это значит то, что Клариса тоже мертва. То есть, это логично. И Майкл должен... Но кто сказал, что когда ты умираешь, там не все так быстро все заканчивается? Получается, Майкл, может быть, оберегает дух Кларисы как-то, чтобы она не перешла на темную сторону или что-то в этом роде. Так, ну тут мы можем пойти, собственно говоря, к нашему другу, либо вот сюда забраться. Давай заберемся, посмотрим, что здесь вообще. Something they needed to in life, or I don't think our previous knowledge of movies and comic books applies here. No, really. But fine. I just hope they want to like play soccer every once in a while, and that's it. Ну тут ничего нету. Тут мы зря сюда вообще просто забрались, да? Ничего такого нету. Ну ладно. Тут, возможно, что-то будет потом. Значит, надо отправляться, собственно говоря, к нашему другу непосредственно. Так, мост. Мост — это очередная опасность, где единственный наш друг, который остался, сводный брат, да, может как-то погибнуть. Я, наверное, подожду его у моста. Вместе пойдем. Я попытаюсь, по крайней мере, вместе с ним пойти. Так. Друг мой. Дрюк мой. Кстати, вот там можно как-то пройти обратно, да? Кажется. Так, пошли. Идешь? Пошли. Не падай только. Мне не нравится музыка, она зацикленная, она какая-то не очень приятная. Так, тут лавочка, скамеечка. Воспоминания. И осталось? Окей. Не, а что, прикольно. Она такая вспомнила какой-то определенный момент из своего прошлого. Да, это интересно. Что, прикольно. Интересно, там эти имена до сих пор остались? Возможно, остались. Мне напрягает музыка. Мне реально напрягает музыка. Вот этой музыкой то приятней. Да? Приятная музычка. Но это реально напряжная. Где? Нона, смотри, нифига, я... Но она как-то в тумане. This is the first time we've seen you since the beach. Be that as it may, I've seen an Alex. So just look,
You're not gonna talk about my grandfather. You're just gonna stand there, politely, and tell me if you've seen Clarissa. Because I've been looking. Clarissa's... No, we haven't, but we... А, не хотел сказать, смотри. Рен right now, so have you maybe seen him? No, not Рен. Okay, well... Hey, listen, Нона, you should come with us. That way we're not all, you know, separated. I'm not going anywhere with you. All right, okay, hey, I get it, I do. I'm jumpy right now too, but... Just hold on, okay? Yeah, can you just do us a favor? Can you go to the comm tower and wait for us? We got the lights on there, and... It seems pretty safe. Хотя и с нами стоит пойти. Really лучше держаться вместе, чем ее отпускать куда-то. Нона, come on. For everyone, for all of us. No. And the comm tower is... Where? It's the cloud buster at the edge of town. Can't miss it. And you. You're really you? Really? Да, это я. Yeah, Nona, it's me. Alex. Снова Алекс. Bye. Э, куда? То есть она пошла все-таки к этой вышке, да, или что? That girl's a peach. Действительно, самоочарование. Ну просто что-то, ну как-то... Э, куда она делась? Она что, спрыгнула в воду, что ли? Ладно, мы идем к другу. Мы в любом случае на этом бы моменте встретили бы Нону, да? И то есть я пытался сказать правду, что мы видели, как выпрыгнула. Я уже, конечно, ни в чем не уверен, но мы видели, как выпрыгнула. Снова этот демон, смотри, за нами. Ну, нас сфотографировал все-таки, да? И демон за нами с мечом. Очень-очень странно все тут происходит. Я уже ни в чем не уверен. Была ли это Нона вообще на самом-то деле? Вот сейчас мы видели Нону или вообще призрак опять какой-то. Это психоделичная игрушка. Она заставляет задумываться о некоторых вообще вещах. Okay, that must be the way station. And actually, и тут, кстати, должен быть наш друг, но есть ли он там на самом деле? Doesn't the whole thing just go in a circle? Don't worry about it. It's not. Что, девочка из этого сейчас пойдет? I think I remember reading that this well is supposed to be the first thing. Еще в 1600 году, нифига себе, очень старая постройка. It doesn't have a sign or anything. It used to, I think. Наверное, раньше было. Да, когда, да, конечно. Yeah. Ты, кстати, что-то хотел спросить давно. I'm kind of a slacker idiot, right? Like, I wouldn't find any of this stuff interesting. I think your smart's probably about average. I guess the national mean. The national mean? Это еще терпимо. Но, по крайней мере, не назвали его каким-нибудь моральным уродом или тупицей. Средний человек. Интересно все-таки, что он пытался нам сказать такого. Так, тут какой-то проход куда-то. Два обхода. Опасный или странный? Или напрямик, точнее. Тяжело сказать, потому что я особо карту не видел. Ну, давайте нормальным путем пойдем. Это логично, по крайней мере, да? Это будет логично. Пойдем нормальным путем. Ну, дай бог, чтоб наш друг... Пожалуйста, пожалуйста, живи. Будь живым. Фух. Went to Milner first. Clarissa was having a slow motion conniption, and I don't know, it just seemed more pressing. Oh my god! Clarissa can handle herself. I'm the one that needed a babysitter until I was 14. Do you have, like, any idea what's going on? Okay, that must be the way station. And actually, why would an island need that anyway? Ну я знал, что сейчас Дерен. Я знал, что все будет не так вот просто. Hey, Рен, we made it, finally. Он нас не слышит. Рен, come on, what
Так, я пойду в другую сторону. Не хочется что-то мне за ним идти. И ты что там светится и такой некрющий? Кстати, тут... Тут проход еще куда-то. Рен must have used this to call us. Oh, it looks smashed. А, кажется, сломанный. Тут музыка какая-то. What's he doing? Is he like sleepwalking? I don't know how he like fell asleep during all this. He's like, it's like he has a fever. Рен. Рен, you in there? Come on, pal. The neighbors are here and they want to borrow. Что вообще происходит? This isn't a guy on drugs. Not that I want to like alarm. I hope you have a plan B. I don't know if you remember, but ну давай попробуем восстановить. I'm not just messing around right now. Yeah, I remember. I remember. Kind of. Так. Хорошо, второй магнитофон. Что вообще-то, мать вашу, происходит? Go. He was standing right there. I thought this would have fixed it. Только не говорите, что и этот повесился, блин. Пожалуйста. Ну не надо, ну. Ну хорош вешать людей. Я вас прошу, не надо. Нет. Ну, его тут нет. А Рен как бы здесь. Твою мать. Crap. I don't. Maybe we shouldn't go near him. Рен, can you hear me? I mean, I know they say don't move somebody with a spine injury, but it's like we gotta do something, right? Yeah, any thoughts on what we could do? If I did have any thoughts on what would solve this, wouldn't that be a little weird? Рен. Рен! Так, сейчас можем. Кто-то видел еще красную линию? Я не вижу больше красного. Что за фигня? Так, может, так несколько раз надо? Не, он мычит снова. Ничего не происходит. Так, попробуем вернуться. Так, назад пути нет тоже. Хорошо. Значит, взаимодействовать только с ним. Пока еще здесь. Ну...
ничего не действует, никакой больше никак не реагирует на любое радио. О, подожди. О! О! Так, тихонечко, давай, давай. Во-во-во-во, нашли. Рен, я тебя спасу. Я надеюсь, что я тебя спасу. Пожалуйста. Давайте больше без вопросов, пожалуйста. Jesus, Рен, are you... Сложно говорить через ребенка. Так лучше. Они говорят через Джонаса. Что вы такое? Застрявшие, но свободные, прикованные. Вот Джонас валяется. Но не бойся. Вы все куклы. Но ни за что не причиним, не причиним вам вреда. Славно. Можем вам помочь? Уйти, возможно. Уйти, возможно. А, я по радио сейчас говорю. Что? К Адлеру. Маргарет. Маргарет Адлер? Красивая молодая девушка. Та старушка, которая имеет все отношения. Она умерла аж 3 дня назад. И началась эта фигня, да? Юны, когда-то. Не двигайся. Давай результат. Поймал. Ты водишь. Что происходит? Тихо. Ты жив, слава яйца. Связано это все с бабулей, смотри. О, она жива. Она дошла все-таки. Doesn't sound like it. Can't like anyone work a two-way radio? Didn't everyone have that like one trucker uncle who let them work the CB a few times for fun? Guess not. I think that was our cue then. It's kind of a shortcut back to the communication tower if we go through this fence. Shouldn't take that long. What? You made us walk all the way. We had to take a goddamn moving thing to get here, and all you had to do was go through a fence to get to the comm tower? I didn't want to leave. I was scared. I'm sorry. Окей, нам надо вернуться на башню. Почему написали, что нельзя уже спасти Рея? Зачеркнули эту возможность, типа, потому что я в другую сторону совершенно пошел. Но у нас наконец-то пропала «Помоги Кларисе». Не то чтобы я очень был против этой деваги, она на самом деле очень странная, не очень... Ну, как бы, кто я такой, чтобы судить, что она пережила и так далее. Но, походу, она единственная, кто у меня умер, по крайней мере, пока. Будем об этом судить уже в следующих сериях. В следующей серии мы вернемся на башню, и кто знает, возможно, удастся нам выбраться с этого острова. Всем вам спасибо за просмотр. Впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте подписываться в группу ВКонтакте и на второй канал. Обязательно, там круто. Все, всем удачи, до скорого. Покедова, ребят.